Аида, здравствуйте еще раз, добрый вечер. Здравствуйте, давно не виделись. Да. Да. Аида, скажите, пожалуйста, как вам третий сезон Казахстан Fashion Week Шымкент, так как вы у нас постоянный гость? Акжамал, мне всегда очень приятно приезжать в Шымкент. Это просто мой самый любимый город. И, естественно, Казахстан Fashion Week Шымкент – это тоже самое лучшее мероприятие в этом городе, я считаю. Такое самое фэшн. И я всегда очень благодарна вам, потому что вы делаете такую честь. Я открываю вашу неделю моды. Я понимаю, что это не может длиться вечно, но все равно я каждый раз очень вам благодарна, потому что... То, что происходит здесь, на самом деле, то, что сейчас мы все вместе делаем, на самом деле, мы делаем большое дело. Мы продвигаем отечественного производителя. Одеваться у казахстанского дизайнера, у отечественного производителя, это очень круто, это престижно, и это не так дорого, как если бы брать какую-то, европейскую одежду, да? И это не так... Возможно, некачественно, как изделия, которые очень дешевые, да? То есть то, что производят казахстанские производители, это такая золотая середина, которая в итоге завоюет весь рынок Казахстана, я в этом уверена. Аид, скажите, пожалуйста, вы, нам помнится, в 18 году вы открыли бутик у нас в торговом центре Береке. И как у вас сейчас, так скажем, продажи, как вас воспринял шымкентский наш рынок? А есть ли ваши постоянные покупатели, которые вот одеваются у вас? Вообще Шымкент как воспринял вашу марку, отечественный бренд? Шымкент воспринял на ура нас. И просто с первых дней нашего открытия магазина мы являемся любимцами. С первых дней, как открылся наш бутик в Шымкенте, мы ни разу об этом не пожалели, и мы все время купаемся просто в любви наших клиентов. И с каждым годом я все больше, уверена в том, что мы открыты здесь не зря. И, конечно же, благодаря еще и вашей неделе моды мы стали еще более известными в Шымкенте, Шымкалада. Поэтому... Вам спасибо большое, успехов, удачи, постоянно ждем вас всегда. Вам спасибо за поддержку. I love Kazakhstan Fashion Week.